Всем привет! Сегодня готовим куриные рулетики. Они очень вкусные, нежные и сочные. Такие рулетики можно подавать в качестве закуски и как горячее блюдо. Не буду тянуть время, давайте скорее начнем. Поехали! Рулетики я приготовлю из куриного филе. Куриное филе я предварительно помыла. Теперь просушу бумажной салфеткой каждое филе. Теперь филе разрезаю на пластинки. Вот такие две пластинки у меня получились. Пластинки должны быть не слишком толстыми, не слишком тонкими. Филе разрезала на такие пластинки. Теперь накрываем их пленкой и отбиваем молоточком для того, чтобы выровнять толщину филе. Приготовим маринад для нашей курочки. В мисочку отправляем оливковое масло, соевый соус, соль и чуточку молотого перца. Вы же можете готовить маринад, который любите вы. Все это хорошенько перемешаем. Также в наш маринад отправляю приправу для курочки и размешаем. Кладем курочку в мисочку. Заливаем филе маринадом. Тщательно окунаем каждое филе в маринад для того, чтобы филе хорошо пропиталось специями. Натру на терке 2 зубчика чеснока для нашего соуса. Сыр сулугуни натираем на терке. Сыр готов. Итак, приготовим чесночный соус. Я взяла тарелку побольше для того, чтобы в ней было удобно перемешивать все ингредиенты. Отправляем в нее сметанку, майонез, чеснок, немного соли. Размешаем. Теперь сюда отправляем прованские травы. Прованские травы придадут нашему соусу аромат. Помидорки черри нарезаем брусочками. Собираем рулетики. На каждую филе наносим соус. И распределяем. Сверху посыпаем сыром. Старайтесь не просыпать сыр горкой, потому что будет сложно заворачивать в рулетик. Кладем помидорки. Заворачиваем курочку в рулетик.
Края фиксируем зубочисткой. Все остальные рулетики крутим также. Рулетики обмазываем сверху чесночным соусом. Теперь предварительно разогретую до 230 градусов духовку отправляем рулетики. Как только на рулетиках появится корочка, понижаем температуру до 200 градусов и выпекаем до полной готовности. За 5 минут до готовности посыпаю рулетики сыром. Снова отправляем в духовку на 5 минут для того, чтобы сыр расплавился. Рулетики готовы! Они получились очень ароматными и аппетитными. Давайте посмотрим на них изнутри. Посмотрите, какая красотень! Выглядит это очень аппетитно, а пахнет просто божественно. Рулетики получились очень нежными и вкусными. Рекомендую вам приготовить такие рулетики. Они получаются очень ароматными, нежными и сочными, а так просты в приготовлении. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!